Всем привет, друзья! Сегодня поподробнее расскажу про миску для кошки, которую я показывал в распаковке. Фирма называется PetKit, она входит в экосистему Xiaomi и производит товары для животных. Конкретно эта миска называется Fresh Nano. Есть версия с одним блюдцем, а есть с двумя, как в моем случае. Она предназначена для кошек или небольших собак. Отдал я за нее $18, что чуть больше 1000 рублей. В принципе, это немало, но есть версия попроще, за $10. Ссылочку на нее я также оставлю в описании. Миска состоит из трех частей и полностью выполнена из пластика. Есть большое белое основание и отдельно две прозрачные миски. У основания имеется 4 прорезиненные ножки, что не позволяет миске скользить. Также сама плоскость основания выполнена в виде чаши, то есть края чуть выше, а посередине впадина. Это практично с точки зрения рассыпания корма или разливания воды. Пластик прочный, но в то же время не жесткий. Миски выполнены из прозрачного пластика, что, на мой взгляд, очень практично и безопасно. Объем около полулитра. Миска в основании устанавливается достаточно просто, путем поворота по часовой стрелке, и держится в основании надежно. Если вы заметили, у миски есть два положения. Первое — это полностью прямое, без наклона. И второе — это под наклоном 15 градусов. Такое положение считается более комфортным для котов. При этом миска вмещает около 275 мл жидкости. Диаметр чаши около 13 см, а высота около 5,5. Полная высота основания с миской около 8,5 см. А в случае наклона миски, край ее располагается на высоте 6,5 см. Полная длина основания 33 см. В принципе, двух мисок вполне хватает для одного животного. В одну миску я наливаю воду, а в другую мокрый корм, но моя кошка иногда ест сухой корм, так что версия с тремя мисками в этом случае также была бы интересна. В принципе, кошка осталась этим подарком довольна. Что касается практичности, то засохший мокрый корм отмывается по струе воды достаточно просто. Про сухой корм и воду я вообще молчу, а с применением губки или тряпки отмывать еще удобнее. В общем, штука достаточно интересная. Да и в интерьер эта миска вписалась неплохо. Не пожалейте денег и порадуйте свое животное. Все ссылки вы найдете в описании. Спасибо за просмотр. Ну а на сегодня все. Всем удачи. Всем пока.